Наши герои здесь. Мультфильм «Ниндзяго. Мастера кружицу» начинается сейчас. А затем Бен 10. А, зима. Самое уютное время года. Сидишь себе перед камином. Стой, стой, погоди. Белым и скучно. Скучно! Ладно, ладно. Есть предложение? А? Еще не поздно для настоящих приключений. Значит, на Cartoon Network совсем другая зима? Конечно! Готовьтесь к зимним марафонам! Каждое воскресенье в 8:00 по московскому времени. Только на Cartoon Network! Мы вернемся после короткого перерыва. Перерыв действительно был короткий. Реклама закончилась. Осторожно, осторожно! Горячее видео! С пылу с жару! Горячее! Далее, Бен 10! А затем нас ждет безумие! Вместе с мультфильмом «Юные титаны вперед!» В ноябре король мира заходит как никогда далеко в своем воображении. И не только. Бесстрашный, любопытный, неудержимый. Ну, почти. Новые серии Кларенса. Сегодня в 20:15 по московскому времени. Только на Cartoon Network. Далее перерыв на рекламу. Перерыв на рекламу закончился. Доме. Йо-йо-йо-йо-йо-йо, как дела? Это ваш друг дядя деда. Добро пожаловать в мои хоромы на колесах. Я веду мой помрачительный образ жизни. Вперед, крошки! Давайте спасем город. Запускайте двигатели! Супер-крошки вот-вот начнутся! А затем вас ждет Энджело и его забавные проделки. Смотрите далее! В ноябре король мира заходит как никогда далеко в своем воображении. И не только. Бесстрашный, любопытный, неудержимый. Ну, почти. Новые серии Кларенса. Сегодня в 20:15 по московскому времени. Только на Cartoon Network. Перерыв на рекламу. Конец перерыва на рекламу. А
Атака ниндзя. Видишь, как сюда бегут толпы разъяренных ниндзя? Как бы ни было страшно, нужно их победить. Дэйв, я придумал. Сейчас самое время бежать на скорость и метать ботинки. Приготовились? Начали. Дэйв, зажми нос, это же кроссовки Луки. Завязать правильно узел очень важно. И вот первый ниндзя пал. Попал прямо посередине. Молодец, Дэйв. Получай одно очко. Он почти попал. Завязывание шнурков отнимает много времени. Дэйв взялся за розовые кроссовки. Я такие не ношу. Ха-ха-ха-ха. Какой хороший бросок. Вот замедленная съемка. Дэйв получает 4 очка. Молодец, но у него остались еще кроссовки. 5 очков. Атака ниндзя. Спасаем принцесс! У Ксави большие крепкие руки. Он должен защитить принцесс от снежков. За каждый отбитый снежок он получит одно очко. Какой дурачок согласится с ним играть в снежки? Постойте-ка, этот дурачок я? Спасаем принцесс! Приготовились? Начали! Ух ты! Ксави, отличная техника! Он отбивается сразу двумя руками! 2, 5, 50! Прямо мини-Оливер Кан! 8, 3, 25, 23! Лука, как ты считаешь? Иди учись в школу, ты меня сбиваешь со счета! 25 000? 1 000 000! 1 000 000? Что? Я насчитал 25 очков! Найди заклинание! В следующей игре нужно найти заклинание. Я спрятал 10 заклинаний. Они выглядят вот так. Начали! О, вот это игра! Лука все здорово придумал. Но Ксави не теряется, он уже получил одно очко. Что там за заклинание? Интересно. Он должен поймать мячик для настольного тенниса. Ксави ловко справляется с этой штучкой. Я забыл название. Сачок! И вот, наконец-то ему удается выловить второе заклинание. Но он не стал почивать на лаврах, он ловит еще один мячик. Сможет ли он поймать еще один? Да, получилось, мячик у него. Ксави, у тебя 6 очков. Найди заклинание. Ура, победа! Поздравляю, и все принцессы спасены. Да, да, Уайти. Да, Уайти. Boom shaka laka 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 maka laka cracka jacka flacka daka laka haka booyah! Ой-ой-ой, какой милый! О, спасибо. Я много тренируюсь. Знакомьтесь, три медведя с грандиозными мечтами. Панда мечтает о новых друзьях, но пара лайков тоже подойдет. Белый мечтает о кулинарном совершенстве и быстрой ходьбе с беременными дамами. А вот Грис. Он мечтает только о бесплатных вещах и плюшевых перчатках. Вместе они мечтают о свободе. Смотрите, смогут ли они ее обрести в новых сериях «Всей правды о медведях». Сегодня в 19:35 по московскому времени. Только на Cartoon Network.